ваш. Эй, малыш, хочешь провести меня? Извините, я не могу. Но почему? Ты же тоже человек. Моя жизнь — это служение Богу, я должен проводить ее в чистоте и благочестии. То есть я не достойна твоего внимания? Не, я не говорю, что вы не достойны. Просто есть обеты, которые я дал, я вот сейчас не помню. Ты выбираешь кредит вместо того, чтобы помочь живому человеку? Не, я хочу помогать людям, но не таким образом. Я не верю. Божье милосердие распространяется на всех людей, которые обращаются к Богу, оставляют свою ближнюю духовную жизнь. Можете обратиться к Богу в любой момент, он вам поможет. Вот я не могу помочь, вот не могу помочь. Я в конце 17-го года, если не с миром.